со школы мечтал стать врачом. Вот, хирургия меня привлекала. И потом как-то со временем других вариантов профессии не рассматривал. Родители не врачи, да, не из медицинской семьи, хотя близкие друзья семьи есть, которые врачи. И, в общем-то, они, наверное, тоже определенную роль в этом сыграли, потому что, глядя на них, хотелось помогать людям, но в какой-то момент стало понятно, что хочется быть именно детским хирургом, потому что, поступив на педиатрический факультет второго меда, я понял, что, в общем, работать с детьми мне хотелось больше, чем со взрослыми. Окончил второй мед, тогда он уже назывался Российский государственный медицинский университет. После этого я работал в Филатовской больнице, проходил там ординатуру, аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и до 2011 года был сотрудником отделения неотложной гнойной хирургии. Профессор Смирнов Алексей Николаевич, один из моих учителей, которому я очень благодарен за тот путь в начале, который он мне указал, благодаря которому я смог по этому пути пойти. В 2011 году я стал заведующим отделением Морозовской больницы, работал в Морозовской больнице более 10 лет. Третий год работаю в Московском областном центре охраны материнства и детства. Здесь в целом достойные условия работы, которые по оборудованию соответствуют Москве. Мы здесь делаем все те же самые операции. У нас есть возможность выполнения малоинвазивных лапароскопических операций, и в том числе маленьким детям. Вот эта клиника, она в своем роде уникальна, потому что в Московской области таких больших многопрофильных стационаров, ну, до недавнего времени, пока вот Красногорская больница не открылась, их не было. Коллектив здесь очень такой дружелюбный. Я когда сюда пришел, меня удивило то, что люди такие открытые, все достаточно простые, легко общаются друг с другом. Это, конечно, было приятно. То есть адаптация к новому месту, она прошла для меня безболезненно, и я здесь быстро почувствовал себя, как будто я здесь давно уже работаю. Ну, у меня у самого трое детей, да, и старшие сыновья, они с медициной себя не планируют связать, а младшая дочь, возможно, что она будет как-то связана, но сложно сказать, она еще на этапе учебы в школе, поэтому еще с окончательным выбором профессии не определилась. Но в целом, конечно, мы не за то, чтобы была преемственность профессиональное поколение, но если ребенок хочет, то, наверное, почему нет? Наверное, да, это было бы неплохо, потому что профессия врача, она достойная такая, нужна в обществе даже в наше сложное время. Сегодня хирургия, она такая высокотехнологичная, у нас есть возможность выступления там на различных конференциях, мы обсуждаем это, мы делаем доклады, вот, у нас есть возможность видеозаписи наших операций, мы их показываем друг другу, обмениваемся опытом, ну и, наверное, надо сказать о том, что самое главное такое для хирурга, возможность идти дальше, это когда ты встречаешь на улице здоровых пациентов, своих выздоровевших детей, и уже понимаешь, что ты им помог, они с тобой здороваются, улыбаются. Это самое приятное, что может быть в нашей профессии.